this. Безумный Макс, которого мы заслужили. Это последний с ней кадр. Давно у нас на съемках не было эвакуации. Нас привезли в лес. Сейчас будет самая интересная часть съемок. Бля, как будто я детское шоу веду, и я просто обдолбался, короче. Мне нравится, классно. Мне кажется, шизик только это было. Надо пятачка и, ну, этот, Карпушу рядом, короче. Чтобы они такие, давайте убьем! Мне вот эта эмоция нравится, я бы повторила на кухне. Сейчас у нас будет интересная сцена. Приветствие меня в шатре, где происходит много интересного. Я не так хотят, я не пускаю близко. Моя семья рядом, мои люди в списках. Мы идем наверх, и дело тут не в числах. Присядь, отдохни. Я не отдыхал, как услышал. Давно у нас на съемках не было эвакуации. Буквально 0 дней. Надо на улицу выходить? Да, на улицу. Можно здесь остаться. Все, эвакуация закончена, можно продолжать. Сейчас я прибуду в место сбора, где я должен найти ясновидящую, чтобы она помогла мне увидеть будущее, потому что я нуждаюсь в команде, чтобы одолеть надвигающиеся угрозы. Сереж, что происходит? Ну, в основном ничего. 2 часа дня, мы сняли 2 кадра, это успех. Я уже вижу это, я это уже чудовище вижу. Со спины не подходи. Это трансформер. Я не про алмазы вижу. У меня есть пара хрустальных туфелек для копыт этой золотой. Дорогие друзья, актеры, кто остался, заходите, пожалуйста, в павильон. Я устрою самый большой дрим. Дрим, 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 пока звенит колокол. Может, не давно уже пора в дорогу. Осталось 20 минут на эту сцену. Это очень мало. Моя дорога и мой дом. Рассказать о том, как мне это дорого. Пью за виски и во мне огонь. Все, что я вижу, искры. Моя семья рядом, мои люди в списках. Мы идем наверх, и дело тут не числа. Ты видела бабу четырехрукую? Я тоже. Это потому что 20 часов снимаешь. Ребята, да. Мы закончили! Ура! Они не принимают другой цель. Я не буду потакать им. Мои глаза ультра. Нас привезли в лес, нас будут привязывать к дереву. А ты рядом с Машей? Тебя просто пытаюсь сказать. Хорошо, если получится передать, передай, пожалуйста, что мы забыли маску. Раскаиваемся, но у нас есть роскошная балаклава, которая помешала бы маске. И вот.
Вывалены. Ой, я вам этого не прощу. Сейчас будет самая интересная часть съемок. Я буду кататься на великобританском желтом снегоходе. Буду ездить, вот гоняться за камерой и наоборот. У нас второй день съемок. Разгар весны, 15 марта, самое время снимать зиму. У нас есть снегоход. Снегоход, артист. И камера. И бэкстейдж, и я. Это все, что нужно снимать. Как обычно, я всегда всех поправляю. Чтобы было все идеально. Я хотел рассказать. Я нажимаю. Дайте что-нибудь. О, да. Мне вставляют со всех сторон. Вставилось? Да. Нет. Нет, не вставилось. Черт. Дай-ка вопрос со всех ставить. Ой. Все. Спасибо, брат. Ты можешь бежать параллельно сейчас? Да. Самый большой дрюк. Трип, пока му звенит колокол. Может, не давно уже. Пора в дорогу. То есть ты, короче, охуенно, блядь, крутой, веселый чувак. Я частично получится. Плохо слышно, да? Да, немного. Еще раз повтори. Алмаз, тебе надо ехать. Пора в дорогу. Пока мы звенит колокол, не забыл я ничего. Помню все твои уроки. Треп, я там... У нас, кажется, горит крем-сауна. У нас проблема. И давай чуть подымем. Плохо. Ты видел, да? Да. Тем временем шли вторые сутки, но, честно говоря, я еще никогда не был полон сил настолько к концу съемок. Ребята, как вы думаете, что я должна сказать? А это потому, что сегодня был вообще просто очень крутой день. Просто такой опыт в жизни получить — это бесценно. Я сегодня подумал, что походу в прошлой жизни я был камнем и тысячу лет чистил карму, чтобы у меня была такая работа в этой жизни.